Здравствуйте, меня зовут Лоран, и я француз. Недавно один учитель французского мне написал с просьбой озвучить урок для его учеников. Я сделал это с удовольствием. Чтобы прочитать правила произношения, нажмите на паузу. А теперь перейдем к тренировке. Слушайте и повторите после меня. Ра, тар, дра, бра, ан, ла, банан. Ra, ra, dra, dra, banane, banane, salle, valse. Date, va, banal, slave, barbare, fade, mal, aval, pâle, âme, pâte. Âpre, pas, passe, tas, tasse, gras, grâce, la, lasse. Tâche. Vache, charte, charme, charade, panache, achat, pacha, apache. Спасибо большое за ваше внимание и до скорого. Au revoir.